Есть кто? Есть кто живой? Фред, ты там? Тут недавно были люди. Они все еще могут быть неподалеку. Ништяк, деточка. Гранаты. А вот это пригодится. Что ж, надо пробраться через вот это. Смотрим. Бабах! Иду. Отличный видок. А вот и магазин подарков. Так пить хочется, надеюсь, тут уж не холодильник ломится. Заперта. Погляди на ту ярко-красную линию питания. Кому-то тут либо реально недоплачивали, либо он был просто идиот.
Оба-на, рычаг. Кажется, эта штука контролирует двери в шахту. Нужно электричество. Думаю, надо пойти по линии питания. Тут точно будет нужно. Давай оглянемся. Можем найти что-нибудь нужное. Глянь-ка, ключ, неплохо. Слепой мог наткнуться на эту линию питания. Или споткнуться. Всех этих Фредди вон там, просто хочу сказать, эта экскурсия, ну, уйдет просто. Реально классно.
нормально. Давай-ка запустим энергию. Сработало. Окей, ничего не получается. Вот твою ж мать, у меня нехорошее предчувствие. Заткнись, ё-моё, голландец, закрой рот. Ну, теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Отключайся. Твою ж мать! Вот они, голубчики. Нет. Сегодня мы не можем восприятие. Что же, пойдем внутрь. Не думаю, что залезть в темную пещеру — это хорошая идея, но хорошие идеи кончились.